самый вкусный, красный, наваристый мамин борщ. В холодную воду отправляем мясо, а лучше взять мясо на кости. Как только бульон закипел, снимаем пену и варим около часа на минимальном огне. Приготовим пассеровку на небольшом количестве растительного масла, обжариваем лук, морковь и свеклу. Обязательно добавляем щепотку сахара, лимонный сок и томатную пасту. В зажарку добавим немного бульона и тушим около 10 минут. Мясо готово, вынимаем его из бульона и нарезаем. Добавляем картофель, варим около 5 минут и добавляем капусту. Чтобы бульон был более наваристый, насыщенный, я всегда добавляю целую картофелину и потом ее разминаю. Капуста покипела около 70 минут, и я добавляю зажарку и нарезанное мясо. Еще варю около 5 минут. В конце добавляю чеснок и рубленую зелень. У меня сельдерей, петрушка и укроп. Самый вкусный мамин борщ готов. Подаем со сметаной.